Что делает самое главное с человеком, психолог, когда с ним работает? Звездец, он наступает не просто так. Это уже тогда, когда аргументов не осталось у мироздания, уже не знает, как себя вообще, ну, так скажем, к жизни, да, привлечь, чтобы ты ожил и начал что-то в ней делать. Наступает как какой-то трэш. Вот я работал своими инструментами, и, будьте любезны, не надо никаких вот этих новопридуманных, да, там, видеоанализов и вообще жесты, вообще не надо притягивать. Есть четкий регламент, и вот этот регламент работает, да? Нету ситуации, когда невозможно ее изменить. Это только одна ситуация, это кладбище и гроб. Вот там ничего реально нельзя изменить. Если ты еще не там, изменить можно все. Добрый вечер. Сегодня мы будем говорить с вами об очень интересном, на мой взгляд, это как внешнее и внутреннее влияет на нашу жизнь. Итак, здравствуйте. Здравствуйте. Я Валентин, моя фамилия Шишкин, я кинетик. Кто вы, откуда и почему вы здесь? А меня зовут Анна, фамилия моя Саба, я врач-психиатр, психотерапевт, сексолог. И, на мой взгляд, кинетика и психотерапия очень-очень неплохо могут сочетаться, если человек будет заниматься и с этой стороны, и с той стороны, и работать как с физикой, с телом, с своим пространственным положением, да, так и с внутренней гигиеной, с психическим здоровьем, ментальным. И вот эта комплексная работа может привести, я считаю, к фантастическим результатам. Я тогда позадаю вопросы, конечно, которые обычно слышу в словах людей, которые все точно знают, как правильно. Давайте. Но надо же работать изнутри, правда? Вот зачем внешний подход? Это же не настоящее. Это же вранье. И вообще, главное, что внутри. Так или не так? Смотрите, у нас в организме человека, так скажем, именно в мозговой деятельности существует три уровня. Есть уровень тот, который делает нас людьми, когнитивный, разум, то есть то, что мы мыслим, наше мышление, восприятие, понимание, речь, вот это все, да. Второй уровень, более глубинный, это лимбическая система, это эмоции, эмоциональный фон, наши чувства. И третий, мозг, это рептильный, это вот как раз-таки наше тело. Mm-hmm. И вот как бы вы когнитивно не пытались не бояться, если на уровне рептильного мозга вам, да, ну, прям очень сильно страшно, то тело ваше сожмется, дальше вы будете какую-то демонстрировать стратегию поведения «бей, беги, замри», например, да, в зависимости от того, какая стратегия помогала выжить, например, вашим предкам. Вот. И с этим ты ничего не сделаешь, кроме как непосредственно заниматься анализом и пониманием, а почему именно так реагирует твое тело. Поэтому игнорировать тело – это очень, на мой взгляд, опрометчиво и недальновидно, потому что единственное, что нам действительно дает реальную обратную связь, что с нами происходит, правильно мы движемся в каком-то направлении, там мы находимся, где нам нужно или нет, это то, как чувствует себя наше тело. Потому что разум нас обманывает, мозг нас обманывает. Даже чувства мы можем не воспринимать такими, какие они есть, а пытаться их как-то объяснить. И таких людей огромное количество, я их еще называю консервные банки, которые типа ничего не чувствую, ничего не знаю, у меня все хорошо, все норм. Норм, вот это норм. Но физика и тело всегда расскажут все, как есть. Ваше состояние здоровья, ваши ощущения физические, то, как ваше тело двигается, все сразу понятно. Психолог, что делает самое главное с человеком, психолог, когда с ним работает? И каков результат психолога, вот в идеале? Давайте разграничим все-таки понимание, да, что такое, да, потому что я доктор, я врач изначально с высшим медицинским образованием. Поэтому если мы берем в общем, что это в принципе все люди, психиатры, психотерапевты и психологи занимаются психическим здоровьем или нездоровьем, да, то что делает психолог? Он помогает корректировать человеку поведение в зависимости от его запросов, что ему надо, что он хочет. Да? Психотерапия позволяет вылечить какие-то, допустим, невротические составляющие, потому что у нас есть тоже важно сказать, у нас есть те заболевания, которые мы не можем вылечить, большая психиатрия так называемая, мы можем там сделать, например, какую-то стойкую стабилизацию состояния, но не избавить человека от нее. А неврозы — это все, что, да, там, панические атаки, фобии, тревожности, там, и так далее, там, довольно большой спектр, это можно вылечить безвозвратно, то есть невроз вылечивается, неврозом страдают психически здоровые люди, да, потому что психозы – это уже психически нездоровые люди. Так вот, благодаря психотерапии, работе с психологом, поддержанию ментальной гигиены можно добиться очень хороших результатов для того, чтобы почувствовать ту жизнь, которую ты хочешь, в чем мы вообще на самом деле идем вот в эти все процессы, чтобы жить ту жизнь, которую мы хотим.
да, чтобы мы были там, где мы хотим, с теми, с кем мы хотим, занимались тем, чем мы хотим, зарабатывали столько, сколько мы хотим, и чувствовали себя так, как мы хотим. То есть, по идее и в идеале, да, это такой путь к жизни своей мечты. Ну, и когда кто эту мечту обретает, это уже, конечно, индивидуально все. Предположим, я хочу больше денег. Вот все, я работаю много, но я хочу намного больше денег. С чего мне начать? И чем закончить? Хороший очень вопрос, потому что запрос про деньги – это никогда не запрос про деньги. В зависимости от того, что человек вообще вкладывает в понятие деньги, что, зачем ему нужны понимания. Например, если такой невроз есть, как деньги ради денег, есть иллюзия, что деньги дадут мне безопасность. Но с ростом дохода будет расти и тревога, там безопасности не будет. То есть если человек там переживает на одну зарплату, дай ему x10, он будет x10 переживать за то, что доход, да, который он будет получать. Здесь надо разбираться, какие изначально причины человека движут вот в этот рост дохода. Потому что деньги – это просто средство обмена между людьми. То есть ты что-то делаешь, это людям нужно, они к тебе приходят за тем, что ты делаешь, неважно, есть это у тебя, ты это создаешь, ты этому учишь, ты это передаешь, неважно, там ресурсы, знания, какие-то, не знаю, хлеб, айфон, ну, неважно, да, что-то. Людям это нужно. Чем большему количеству людей нужно то, что ты делаешь, тем больше у тебя денег. То есть это вот как бы такой очень, на самом деле, логичный подход. Ну, а дальше, там, условно, мы разбираем индивидуально уже, что человеком в принципе движет, чтобы создавать или не создавать, и что он вообще хочет. Ну, предположим, я работаю от 8 до 10 часов в день. Моя, предположим, зарплата в районе 50-100 тысяч рублей. Угу. Иногда я очень сильно напрягаюсь, делаю даже 180-200, но после этого жизни нет, угу. Потому что есть работа и немного сна. Угу. Ни семьи, ни хобби, ни друзей, ну, времени и сил не остается. А как мне заработать, наконец-то, хотя бы 500 тысяч, чтобы, наконец, позволить себе то, что я хочу? Это очень тоже хороший вопрос, потому что часто вот такие ограничения у людей, когда они привязывают свой доход к часам. То есть количество часов соответствует количеству дохода. Когда человек начинает отвязывать свой доход от часов, потому что у нас у всех 24 часа в сутки, этот ресурс мы никак не можем увеличить. Это очень ограниченное количество времени, данное всем одинаково. И вот как дальше человек с этим управляет, управляется, от этого и дальше зависит, как он двигается в сторону роста дохода. Потому что даже если он там условно стоит 1 000 000 рублей в час, рано или поздно он достигнет потолка, потому что 24 часа в сутки минус 8 часов на сон. А тут еще так, значит, что там, на обед приготовь, детей свози там на кружки забери и так далее. Здесь чем человек больше растет, тем больше, конечно, он делегирует, потому что какие-то вещи он начинает выкупать время других людей, и уже он может какое-то освободившееся время потратить на то, чтобы подумать, придумать, создать что-то, что выведет его на какой-то уровень работы. Но это, опять же, желание. Не все люди, которые работают в найме, хотят уйти в свободное плавание, заниматься каким-то бизнесом или еще чем-то. Многим людям очень спокойно, потому что что? Есть гарантии, да, у нас есть там аванс, зарплата, соцпакет, больничные, тут как бы ты четко знаешь, что вот у тебя есть. Но вырасти в этом тяжело. То есть здесь когда-нибудь придется выбирать. Либо ты остаешься в безопасном пространстве в гарантированных каких-то таких вопросах, либо ты берешь полную ответственность на себя, за свой доход, за свои налоги, за то, что ты даешь людям места рабочие. И тогда у тебя, конечно, ограничений нет. Ну, как уже кому нравится. Так сказать, чтобы вот на одной работе работать там из 50 тысяч перепрыгнуть на 500, если это вообще есть в этой иерархии, да, в этой структуре вот подобные примеры, значит, скорее всего, возможно. Ты должен обладать чем-то уникальным, что тебя на фоне выделят других таких же претендентов, и за что тебе люди будут готовы дать такую зарплату. Другие люди, опять же, да? Либо ты, например, понимаешь, что ты не хочешь зависеть от других людей. Но это тоже такой интересный круг, потому что даже когда ты создаешь что-то, ты все равно зависишь от других людей, придут они у тебя покупать или нет. А дальше тоже интересно, насколько людям полезно то, что ты делаешь, то, что ты создаешь. Часто очень такой пример привожу того же Стив Джобса. Угу. Он сделал такую штуку, которую хотят весь мир, все 8 миллиардов людей мечтают, чтобы у них эта коробочка была. Конечно, автоматически это, ну, по той пользе, которую принес он миру, да, на балансе у него объем денег такой, который, в общем, соответствует. Вот готовы вы что-то такое придумать, что будет интересно 8 миллиардам людей?
одному миллиарду, или хотя бы 100 человек, да, и вот уже тогда можно куда-то двигаться и расти действительно. Я тогда прям вот конкретный пример приведу. У меня есть знакомая, она долгое время работала в одном месте, давно это место жмет, уже не хочется работать там, и уже есть и все, что можно получить, получила, и выслуга, и заслуги, и вот все, потолок, причем давно уперлась. И тут, ну, как бы вознаграждение вообще не соответствовало затратам переработки, ненормированные. И вот тут пришло время, когда, ну, все уже, тоже все уже, и выслуга, и выход на другой режим жизни. Угу. А что делать такому человеку? Вот всю жизнь была четкая дорога. Угу. Она сдавливала, она не позволяла расти. И тут у меня наконец-то свобода страшная, потому что я не знаю, что делать. Хотя пенсия вроде есть. Погону можно наконец снять и работать не 8, а умноженное на там, x полтора. Потому что надо, у нас аврал, без вариантов, только ты. Что делать? Но здесь вопрос такой, он общий довольно, потому что, ну, например, я не знаю конкретно этого человека, поэтому не могу предположить ее психстатус. Ну, плюс-минус, по вашему рассказу, я понимаю какой-то определенный ее психотип. И здесь что, например, в общем можно сказать, что у такого человека огромное количество опыта. Да. Предположу, огромное количество понимания, как решать нештатные ситуации. Огромное понимание, как вообще работать в каких-то очень сложных условиях. И этим опытом можно начать делиться. Через содержание или через форму? Или вот... А можно и так, и так. Здесь зависит от того, что человек вообще хочет, и как он это видит, как ему комфортно. Потому что в идеале, конечно, и то, и то. Потому что это наиболее понятно, когда человек визуально видит и чувствует. Угу. То есть вот эти вещи, когда они в синхроне, они дают абсолютно, ну, такой прям классный результат, довольный. Ну, этим результатом люди довольны, когда у них формы и содержание запаковываются в какую-то единую систему. И, ну, на мой взгляд, это вот люди, которые имеют колоссальный опыт и которые уже не могут дальше проводить эту работу в связи там, с какими-то ограничениями возрастными, физическими и так далее. Если у них есть потребность дальше продолжать какую-то деятельность, то это следующий этап – это обучать. Угу. Это обучать. Что делать, если страшно? Психотерапия. Что же я могу тут еще ответить? Психотерапия. Причем есть методы краткосрочной терапии, которые могут буквально за один сеанс решить эту проблему. Как? Нейрофизиология. Соединение психотерапии и нейрофизиологии. То, ну, не то же самое, что вы делаете, конечно, но похожая история, потому что вы через тело прогружаете какие-то паттерны, а тут ты через тело освобождаешься от тех паттернов, которые тебе мешали. Потому что я, например, работаю в МДР-технике, это десенсибилизация, переработка движениями глаз. Расскажите, интересно. Да, это метод психотерапии, его открыли еще в середине 20 века. Американский психотерапевт, она его применяла на бойцах, которые вернулись из Вьетнама, и через движение глаз, то есть, ну, если начнем сначала, окей, у нас в мозге есть такая функция, которая реализуется каждую ночь. Когда мы спим, и, возможно, вы, кстати, видели у близких там в кино, когда человек спит с закрытыми глазами, у него там подергиваются веки, и глазные яблоки бегают. Вот это называется быстрая фаза сна. В этот момент происходит переработка информации. Это огромная система в головном мозге, которая нам позволяет утром после сна проснуться и почувствовать себя свежим и бодрым, если сон был адекватен и качественен. Это есть абсолютно у любого мозга, начиная с 22 недель внутриутробного развития. То есть это даже уже у плода, ребенка у мамы в животе, такая функция существует. Что происходит на сеансах? Мы эту функцию осознанно осуществляем. То есть человек начинает двигать глазами, запуская этот рефлекс, потому что это есть. Это как желудочный сок в желудке, я не знаю, дыхание и так далее. Это просто так работает мозг. И благодаря тому, что он запускает эту переработку и концентрации своего внимания на воспоминаниях, которые его травмировали, или эмоциональный фон, который он испытывает, думая о чем-то, он это перерабатывает тоже. И за один час мы можем интенсивность, например, страха 10, страх начать новое. Не знаю, боюсь собак, боюсь высоты, боюсь темноты, что угодно. Да? К концу сеанса 40 минут, 60 минут, ноль. Уже человек об этом думает, у него нет физической реакции, эмоциональной реакции, никакой реакции. Он это воспринимает, ну, как бы, ну да. И если это какая-то травматическая ситуация из прошлого, то это просто прошлое, нужно его не трогать. Если это что-то, что ему предстоит пройти, да,
то он уже думает об этом более уверенно, спокойно или вообще об этом не думает, да, потому что мы же начинаем стрессовать заранее, да, то есть так устроен наш умный мозг, вот эта история, что мы говорим, думаем, тигр не думает, там, вот, заяц не думает о том, что на него волк нападет, он бегает, своими делами занимается, а мы думаем, мы сидим в безопасном пространстве, чашкой чая с любимыми, а в голове у нас этот тигр на нас нападает постоянно, да, в виде начальника, который требует отчет, например. И это одно из таких побочных эффектов разума, когда мы действительно можем стрессовать, не испытывая при этом физическую опасность здесь и сейчас. И вот через психотерапию, через работу с точкой фокуса, да, когда ты думаешь, о чем ты думаешь, что с тобой в этот момент происходит, вот через эту рефлексию, можно избавиться от тормозящих тебя состояний и, например, такой женщине проработать этот страх, начать новую, просто пойти и начать новую, учитывая тот опыт. То есть профессиональная память, вот это, кстати, тоже очень интересный момент, были такие исследования у дементных больных, где было выяснено, что профессиональная память выпадает самая последняя. То есть человек может забыть вообще, как его зовут, кто у него родственники, откуда он взялся, да? Но какие-то вот четкие профессиональные навыки он может демонстрировать, там, формулы написать, там, какие-то движения показать. Есть там ролик в интернете, он такой очень популярный, как балерину с Альцгеймером, ей ставят отрывок «Лебединого озера», который она когда-то танцевала. И у нее начинают руки двигаться просто, вот как она когда-то двигалась на сцене. То есть вот настолько. Поэтому, когда человек в профессии очень долго и потом хочет, например, пойти в обучение, ему важно просто собрать этот опыт в какую-то понятную структуру, которую можно передать. А дальше, как говорится, природа поможет. Да? Ну, то есть то, что у человека вбито в памяти, на рефлексе, если у него 40-50 лет опыта, он там не будет никогда зажиматься или чего-то переживать, когда он войдет в этот процесс, потому что мозг сделает свое дело. Это уже автоматизм, это уже рефлекс. Поэтому психотерапия – наше все. Ну, а что я могу еще сказать? Я же врач-психотерапевт. Предположим, человек переехал в новое место, новые отношения, новая работа, ну вот новая жизнь, да? И, значит, у нас психология есть, психотерапия и... Психиатрия. Психиатрия. Как вот эти три вещи могут помочь человеку? Ну, давайте все-таки сделаем сноску на то, что психиатрия, она все-таки для совсем больных людей, и мы тут говорим про условно здоровых сейчас людей, потому что если у человека какие-то действительно большие проблемы с мышлением, то ему нужен доктор или стационар, таблеточки, вот это все. Вот. А если мы говорим про людей, которые находятся в какой-то довольно, ну, там, сложной ситуации эмоциональной, да, или физической, или еще что-то, то здесь очень важно вот эти точки опоры выставлять. И экспертиза, кстати, одна из таких точек опор. То есть человек может, не знаю, уехать в другую страну, но внутри он кем был, тем и остался. И дальше уже в зависимости от его ресурса, с чем тоже, конечно, нужно работать, он может выстраивать дальнейшую свою жизнь, опираясь на какие-то вот эти вот точки, которые у него неизменны. И вне зависимости от времени года, места жительства, возраста и так далее, просто потому что вот он себя так идентифицирует. Ну, как, например, понимание, кто ты по полу, мужчина или женщина. То есть в любом городе, в любой стране и в любом не знаю, времени года будешь четко знать, кто ты, мужчина или женщина. Ну, сейчас же ведутся вот эти дебаты, пытаются создавать ценности, которые говорят, что... Это большая психиатрия. Я здесь как психиатр-сексолог стою абсолютно четко. Я не рекомендую сейчас туда заходить, в эту тему, потому что там огромное количество вопросов возникает. Но это не здоровье. Это не здоровье. То есть этим надо заниматься. Там есть много сочетных заболеваний, как правило. Там есть определенные четкие диагностические критерии, когда мы говорим, это действительно у человека, ну так, ошибка природы условно, или все-таки это какая-то манифестация, и у него есть, например, какие-то процессы идут, да, патологические. То есть это вот отдельная большая тема, но то, что это пытаются популяризировать, я как психиатр на это все смотрю с большой осторожностью, с большим вниманием, и иногда фейспалм, реально, рука-лицо, потому что, ну, неправильно это. У многих людей есть дети. Слава богу. Да, мы все когда-то сами были детьми. А вот подростки, дети и психология. Насколько это вообще близко? Очень близко. Очень близко. Потому что детей воспитывать бесполезно. Они все равно будут похожи на вас.
То есть дети копируют, подростки особенно. И они проявляют то часто, то, что родитель в себе или зажимает, или в чем себе, например, не может признаться. Ну, очень часто вопрос, там, например, моей аудитории. Вот у меня там подросток врет, там еще что-то, еще что-то, еще что-то. Или зависает в компьютерных играх. И на это всегда у меня один ответ. Смотрите объективно на свою жизнь. Потому что если родитель реально живет своей жизнью, живет, тут ключевое слово, то бишь что это значит? Он что-то делает, действует из своего внутреннего «хочу», ему нравится, что он делает, ему нравится, как он живет, ему нравится, где он живет, с кем он живет, чем он занимается. То есть он находится в таком внутреннем движении, то есть он живой, то у таких родителей дети не зависают в компьютерных играх, потому что дети нам всегда показывают динамику внутри семьи, которая объективна, и четкая обратная связь в этом. То есть когда люди жалуются на своих подрастающих детей, это всегда запрос на личную работу, потому что там есть что-то, что человек от себя скрывает, не хочет это увидеть, не хочет этого замечать, и все это показывает прекрасно ребенок. Вот. А как на это влиять? Да? Ты работаешь с собой, ты работаешь со своим телом, формой. Та же кинетика, окей, здесь очень классно, можно да, тоже все это совмещать. Ты работаешь с внутренним состоянием стабильности, насколько ты внутри реально взрослый, эмоционально зрелый человек, насколько ты психически стабилен, реагируешь на процессы вокруг своей жизни, внутри своей жизни, насколько ты не перекладываешь эту ответственность на ребенка, что там порадуй маму или там давай маме сделай что-нибудь хорошо, когда это мама должна делать что-то хорошо для детей, да? И от этого и зависит то, как ребенок себя ощущает. И влиять на ребенка можно только через собственный пример. Потому что если, условно, не знаю, родители жалуются, что ребенок не читает, а только в гаджетах сидит, а сам родитель каждый день в Инстаграме скроллит ленту, и книжек, в принципе, в доме нет, ни книжного шкафа, ни книжных полок, ну, требовать того, чтобы ребенок любил книги и читать, очень странно, потому что этого не будет. То же самое, да, там, я не знаю, иди занимайся спортом, а мы с папой, значит, пиво попьем, полежим на диване, посмотрим футбол. То есть то, что ты хочешь, чтобы было в твоем ребенке, ты вкладываешь в собственное поведение, в собственную жизнь, ты это реализуешь, ребенок просто на это смотрит и все это копирует. Вот такой это пример. Недавно в чате амбассадоров, ну, там есть профессиональный чат, да, тех людей, которые занимаются кинетикой, я прочел следующее. Дочь, 14 лет, очень такая самоуверенная, и очень много было в проявлениях дочери того, что ну, не принимала мама. Сутулилась, любую попытку воздействия все сразу же отвергала, жестко отвергалась. Вот. И мама рассказывает, что она выставила себе спину, научила руки держать локтями в задней полуплоскости, не служа предметом, да, прошел период примерно полгода, и дочь сказала, что «мам, поставь мне, пожалуйста, спину правильно». Вот как вы считаете, с чего надо начинать? Потому что ну, дети же вот такие. Все, да, конечно. С чего надо начинать? Это очень классный пример, потому что, собственно, в нем и ответ. Мама сначала поработала с собой. Я вам даже больше скажу. Девочки, в принципе, в большинстве своем, а если это не так, то это, наоборот, просто контрпозиция, они относятся к себе как к женщине, к своей внешности, к своей привлекательности, так, как относилась к себе мама. Даже не так, как девочки что-то говорят или не говорят. Ты страшная, ты толстая там, или еще что-то. А девочка смотрит со стороны, как мама смотрит на себя в зеркало, и что мама при этом чувствует, и какое у мамы при этом выражение лица. И в разочаровании мама в этот момент, или наоборот, ей все нравится, она там крутится, собирается куда-то, классный у нее такой вайб настроения. И дочка там 5 лет, она на это смотрит, она это впитывает в 15. Дальше, какая идет вообще критика или не критика женской внешности в доме? Потому что если, например, я тоже этот привожу всегда ситуацию, она просто очень красочная. Не знаю, какая-нибудь песня года 95, да? И вот бабушка сидит, смотрит, мама сидит, смотрит, дедушка, и бабушка начинает, ой, это растолстело, ой, это постарело, ой, это что на себя напялило, да? Начинаются такие разговоры, ребенок вольно-невольно начинает на себя это вешать,
И он уже себя критикует, даже если ему никто слова не сказал, потому что эти слова от больших фигур взрослых, они очень важны. Они как, знаете, как жидкий бетон. Вот как опустишь, да, руку, ногу, и так это застывает. Детская психика, она вот такой жидкий бетон. Поэтому, когда вы хотите какую-то уверенность в ребенке развить, вы ее развиваете, прежде всего, в себе. Ребенок просто на это смотрит, и для него это становится некой нормой. И он начинает к себе относиться точно так же. И там и подходит уже с интересом. А что ты вот делаешь? А можно мне тоже вот так попробовать? А покажи что-то. То есть и родители вдруг начинают становиться авторитетом. Когда к нему идут за вопросом, да, в смысле за ответом, за советом, поделись опытом, расскажи. Потому что если мама находится в каком-то состоянии эмоционального минуса, в ощущении зависимого ребенка, там, пятилетнего, который ничего не может, не умеет, такую же транслирует, да, какое-то определенное там, положением тела тем же, или наоборот, там, немощная старушка, да, то зачем пойдет ребенок туда, что он будет там спрашивать? Потому что он так не хочет. А дальше вот эта история, нет, со мной так не было, и у меня совсем все по-другому. А это контраргумент. Я никогда не буду так, как моя мама. Но, как показывает клинический опыт, проходит 25-30 лет, и такие женщины становятся копиями своих мам. То есть, когда вот это идет гиперреакция, я никогда не буду, как мой отец. Все, прошло 30 лет, также бросил сына, также 25 женщин, также непонятно, чем занимаются. И кого он сильно осуждал, он точно проживает этот опыт. Поэтому не то, ну, как бы, когда мы копируем, это просто в биологии так. Как учатся щенята, волчата, тигрята, смотря на свою маму, как мама охотится. Она показывает, как надо. Люди то же самое. Сколько часов необходимо уделить занять психологией, психотерапией, да? Чтобы получился реальный, конкретный, измеримый результат. Увеличился чек, там, изменилось поведение ребенка, живот стал меньше. Вот я толстый, например, да, там, неважно, объективно или субъективно. Ну, вот у меня вот большой живот, да, как я считаю. Что мне с этим делать? Сколько часов надо поработать? Какой-то единой формулы нет. Ну, например, как я работаю со своими пациентами, хотя сейчас личный прием у меня очень ограничен, я работаю просто с семьями, веду их уже вот целиком, там, системно. Mm-hmm. Вот. Но в целом, с чего мы начинаем? Есть такое понятие, как травматический детский опыт. Он очень определен. Там есть 10 пунктов, в соответствии с которыми мы понимаем, реальная была ли травма детства. Ну, не то, что типа мама мне куклу не купила, а там сексуальное насилие, физическое насилие, развод родителей, алкоголизм родителей. Ну, то есть что-то реально серьезное, что психику травмирует правда. И это в нозологиях все описано, что есть такое заболевание, как посттравматическое стрессовое расстройство, и его подвид – комплексная детская травма. И когда ко мне люди приходят в терапию, мы анализируем прежде всего это, потому что это основа, это база. После того, как мы понимаем, какой опыт у человека, да, и насколько он потом дисфункционален из-за этого опыта, потому что это всегда имеет некие последствия в жизни. Ну, например, физическое избиение ребенка полностью разрушает его границы личности и формирует либо жертвенное поведение, либо агрессивное, как ответную реакцию на то, что с ним когда-то происходило. Ну и далее по списку, там их просто много, 10 вопросов. Вот. И, соответственно, от этого будет зависеть минимальное количество времени, которое мы потратим на то, чтобы с этим разобраться. Сколько? Ну, вот 10, если максимум, то это 10 сеансов минимум. Соответственно, ну, как я работаю, да, опять же, у меня идет 1 балл, 1 сессия. То есть вот физическое насилие я могу проработать с человеком за один раз, полностью сняв вот этот травматический опыт. Дальше уже человек сам говорит, потому что когда меняется вот это внутреннее ощущение себя, когда ты не проваливаешься в травму, ты себя чувствуешь здесь сейчас взрослым мощным человеком, который может. Потому что самая большая проблема травм детства – это то, что формируется беспомощность. Есть ощущение, что ничего не могу. Я не могу прекратить насилие, я не могу выйти из этой ситуации, я не могу ничего с этим сделать. Хотя на самом деле все не так. Человек после 18 может абсолютно все, он взрослый. И когда у него уходит вот это ощущение, дальше, ну, как мне пациенты говорят, это какой-то мэджик, просто волшебство, потому что почему-то, да, само поведение меняется. И вот здесь вот, например, я считаю, что очень хорошо вписывать кинетические сразу, да, какие-то так. вопросы, потому что это ускорит этот процесс. То есть он внутри освободился от этой беспомощности. И внешне он стал, да, более уверенным, более раскрытым, да, более вертикальным и так далее. И вот это все, оно закрепляется, да, и становится уже автоматизмом. Угу. И это абсолютно другое впечатление, которое он производит на людей,
Да и даже без людей, на самого себя, как он вообще себя ощущает. И вот есть понятие, там, несет себя, да, вот. Это же тоже, когда внутренняя уверенность совпадает с внешним контуром. Потому что если ты внутри чувствуешь себя, там, маленькой девочкой, которая, не знаю, в рваных сандалиях и в старшего брата куртке, как бы ты ни пыталась это все физически преподнести, внутри-то ты себя все равно чувствуешь очень ущербной. И вот это ощущение будет, оно считывается, оно очень считывается. И вот проработка травм детства и постановка, например, кинетического имиджа, я считаю, это прям супер комбо, потому что это может очень ускорить процесс вот этой интеграции внутреннего себя во внешнюю жизнь. Как вы применяете кинетику и психологию в своей жизни? Но здесь вопрос, например, когда в лично моей жизни. Ваша семейная жизнь. Это прекрасная история с мешочком для головы. Прям я, например, хожу на дорожке с мешочком для головы. И у меня довольно, ну, не прям королевская походка там на скорости 10 км в час, но тем не менее она вертикаль позволяет держать. Потом в целом, да, когда ты внутренне вот это ощущаешь, состояние какое-то, ну, так скажем, уверенное и не суетящееся, да, то есть когда так, вот какая-то стабильность такая, то, например, с теми же детьми. Ты говоришь один раз, и, о чудо, тебя услышали с первого раза. Не надо повторять 25 раз, чтобы кто-то что-то сделал, да? Вот. И так, в принципе, в общении с людьми, когда у тебя вот этот выстроен ощущение, да, вот этой внутренней стабильности плюс физических каких-то проявлений, когда это видно, и ты об этом помнишь, и ты это умеешь, и ты это уже делаешь, в общем-то, автоматически, уже особо даже не задумываясь. Ну, мне, например, как психотерапевту это помогает, потому что это моя внутренняя стабильность, она исходит, конечно, на мою аудиторию, на моих пациентов. Они же ко мне приходят за помощью, и я не встаю в позицию сверху в этот момент. Я организую безопасное пространство, а оно может быть тогда, когда я могу контейнировать. То есть со мной можно расплакаться, со мной можно поделиться, со мной можно быть слабым. И вот это ощущение в моей внутренней силе окутывает людей. И они в этом начинают исцеляться, состояние, просто потому что ты способен выдержать все, что с ними произошло когда-то. А там иногда очень жуткие истории всплывают, конечно. Поэтому специалистам я бы тоже рекомендовала заниматься кинетической составляющей, потому что это позволит быть более, ну, так скажем, в работе, ну, не то чтобы эффективным, но более стабильным. Благодаря этому люди будут лучше раскрываться в контакте и чувствуют себя в безопасности. Это, собственно, самое главное. Ну, они будут хотеть к тебе прийти. Вообще, видеоанализ, насколько оправдано вот его проявление и применение для лечения внутреннего состояния человека? Или это все наносное, все это фигня, это все кажется, это вранье, и не надо обманывать себя? Вот часто читаю это, человек прям на серьезном таком уверенном состоянии говорит, это все вообще обман, и я хочу быть самой собой, и вот это не работает. Вот так в том-то и дело, что самой собой человек-то становится после. Смотрите, мы рождаемся, вот когда только ребеночек родился, ну, говорим опять же про здоровых людей, вот здоровый ребеночек родился. Он же, я всегда говорю, депрессии у годовалых детей не бывает. Годовалые дети там, да, двухлетки, они же, им все интересно, они постоянно улыбаются, они постоянно любознательны, они все везде хотят залезть, посмотреть. То есть у них вот такая жажда жизни, потому что, ну, у них еще не случился этот прекрасный жизненный опыт, да? Они еще открыты миру. Так вот, вот эта вот энергия, которая есть у детей, она же очень, ну, безграничная, по сути. Когда мы занимаемся тем, чтобы человека возвратить в себя, к себе, убрать с него убеждение, что он какой-то не такой, что он недостаточный, что он какой-то плохой, что он там что-то не доделал, не додал, не заслужил и так далее. Когда он просто признает, что факт его существования ему уже дает право на счастливую жизнь. Ничего не надо. Уже все есть. Да? И вот в этот момент он становится собой. Когда мы... Я пользуюсь видеоанализом, потому что мы работаем в живых тренингах, в том числе, да, в проработке различных. Прям тренинг так называется, перерождение. В проработке полностью старых программ, которые человеку мешают. Видеоанализ до и после – это просто небо и земля. Какой человек зашел до тренинга, мы делаем такой анализ. И как человек вышел после тренинга. Просто как он сел, попил воды.
как он пошел там, походка и так далее, да, потому что когда с него вот это старое сходит, все, травмы, убеждения, программы, которые не его вообще, все это вот это как раз наносное, да, и он возвращается в себя и становится тем самым младенчиком, который только-только пришел в этот мир и хочет его узнать, познать и быть счастливым. Просто по факту рождения ничего не надо больше. Это и телесно видно. Ну и дальше добавляя какие-то просто уже, ну, так скажем, позы, да, как удобнее, как комфортнее. Это все очень круто встраивается, потому что тут же человек и через тело это чувствует. Эмоционально, да, ему стало хорошо, классно, по кайфу, он чувствует себя на подъеме, он чувствует себя, все, я теперь все могу, это меня больше не беспокоит. И тут же физически он, значит, находится уже совсем в другом позиционировании, в другой форме. И даже тот же живот, например, каким-то чудом становится меньше просто потому, что осанка поменялась. Так попробуем. Да. Ну, меняется, то есть чуть-чуть, если мы садимся ровнее, то у нас как-то все хоп-хоп прибралось, да? Вот такой вопрос. Сейчас есть люди, которые говорят так. Вот я работал своими инструментами, и, будьте любезны, не надо никаких вот этих новопридуманных, да, там, видеоанализов и вообще жесты, вообще не надо притягивать. Есть четкий регламент, и вот этот регламент работает, угу. Да? Есть другая категория людей, которые говорят, ребята, мы будем применять все для того, чтобы помочь человеку чуть больше, угу. Да, и видеоанализ в том числе. Насколько оправдана вообще вот видеоаналитика и изменение поведения человека для решения, например, вопросов, ну, вот, люди пришли с фронта, угу. Прошли горнило, угу. Разного уровня воздействия. Вот как с вашей точки зрения это работает с ними? Мне ощущается это, ну, не то, что ощущается, например, та же MDR-терапия, она показана, как одобрена ВОЗ даже для работы с ПТСР, в первую очередь, естественно, для людей, которые вернулись с горячих точек. Когда мы внедряем еще видеоанализ в это во все, то человек может со стороны увидеть, во-первых, как он меняется, во-вторых, понять, что он не там. Вот это фокус, да, точка фокуса, что где здесь и сейчас, я не на поле боя, да, мне уже не надо обороняться или думать, что сейчас со мной что-то случится. Посттравматическое стрессовое расстройство, оно очень объемное. Там очень много критериев, очень много жалоб, которые человек может предъявить. Но самое главное, это когда человек не может понять на уровне ощущений, где он находится, там или здесь. То есть он как бы здоров, ну, я имею в виду психиатрически, у него мышление не нарушено, но вот эти ощущения за счет того, что это был сильнейший травматический опыт, который отпечатался в лимбической системе максимально, он оттуда сам не уйдет. Этим надо заниматься. Вообще моя такая, ну, так скажем, назовем большое такое слово, миссия или мечта, чтобы, например, сессии MDR были доступны по ОМС, да, для всех абсолютно людей, кто вернулся с фронта, как часть лечения, восстановления, реабилитации. То есть у нас есть какая-то реабилитация там, физическая, чтобы была точно такая же психологическая реабилитация, чтобы человек мог прийти и с этим поработать, потому что это можно вылечить на 100%. Вот ведь самое интересное, что. Что здесь делает видеоанализ? Он позволяет, во-первых, человека сфокусировать на том, где он сейчас находится, как он сейчас чувствует, скоординировать, допустим, если у него есть какие-то вопросы там, инвалидизации и так далее, как ему больше комфортно себя ощущать вот в этом уже состоянии, потому что это еще одна травма, да, когда человек лишается какого-то органа или конечности, с этим тоже можно работать, нужно работать, и можно решить этот вопрос, чтобы человек не чувствовал себя недееспособным, инвалидом, немощным. Это же тоже все из внутреннего ощущения себя. Потому что наличие рук-ног у многих людей не вызывает никаких эмоций, а то же самое ощущение инвалида и беспомощного. Да? Поэтому это только голова. И вот эта вот интеграция кинетического анализа, видеоанализа и проработки травм через ту же MDR-терапию, она позволит этот процесс просто очень сильно ускорить. И человеку не надо будет тратить годы своей жизни, оставшиеся на то, чтобы прийти в себя после войны, а пройти там курс лечения, какой-нибудь там полгода, например, и выйти социально активным, живым, здоровым человеком. Вот что самое важное, на мой взгляд. Вот такой момент. Предположим, человек понимает, что у него есть задача какая-то, проблема, да, которую, решая он задачу, эту сможет тоже решить. А 10 часов тратить не хочет. Или там больше. Что
можно сделать, чтобы помочь буквально вот за 15 минут, за полчаса, то есть быстро и эффективно? Какие техники быстро работают? Окей, 10 минут, может быть, прям совсем это коротко, но в целом справиться с каким-то текущим состоянием можно, опять же, сфокусировавшись на теле. Тело, оно с нами всегда, с начала и до самого конца. Да, работая с телом, можем огромные вопросы решить и огромных результатов добиться. С тем же дыханием, дыхательные практики, да, телесные практики, опять же, позы. Как мы сидим, скрюченные мы сидим, мы в одной эмоции. Расправились, сели ровнее, в другой эмоции. Что первично? Эмоция рождает позу или поза рождает эмоцию? А оно как 2 плюс 2. Ну, то есть, в какую сторону ни посмотри, везде работает. Через тело прогрузка информации идет быстрее. Потому что мы телом в итоге выдаем результат. У нас, допустим, есть травма. Да, мы слышим, как, ну, там, например, на ребенка кричали, какой он дебил все детство. Дальше ему 30 лет, он приходит на работу, на него орет начальник. И он рефлекторно скукоживается, потому что он впадает в состояние 10-летнего ребенка, на которого орет отец, что он дебил. То есть у него четко выпадание из реальности, ему уже не 30, и он поэтому ничего сказать не может. Он не может сказать, нельзя со мной так разговаривать, давайте вы остынете, мы попозже поговорим. Или, окей, если вы психопат, я пишу заявление об уходе, мне такая работа не нужна. Он же так не делает. Он замирает, потому что перед ним становится грозный взрослый, который у маленького ребенка, да, унижает там, и как оскорбляет и кричит. И у него идет физическая реакция всегда. Это, как правило, зажаться, спрятаться или исчезнуть, да, чтобы меня здесь сейчас не было. Соответственно, что мы тут можем сделать? Мы можем убрать травму, да, проработав, опять же, в техниках, да. И тогда крик этот не будет на человека просто влиять. Он скажет, ну, слушайте, вы какой-то, извините, это нездоровый человек, я пошел, да. Либо мы, например, можем поработать физически, да, чтобы он на уровне тела не сжимался. И тогда ему легче будет воспринимать этот крик, он может себя взять в руки. Поэтому здесь, как я говорю, да, это хорошо, когда в комбо, потому что это все очень быстро становится. Но и так тоже возможно. Потому что изначально мы всегда выводим результат в физике. Ну, мы в физическом теле живем, психика сама по себе, ее нет. Она тоже в нас внутри. Поэтому, работав и с телом, мы получаем какой-то результат определенный, кинетика, телесно-ориентированная психотерапия, там разных много вариантов, да, и работая, то есть состояние. И работая с состоянием, мы получаем результат в теле. И то равнозначно эффективно. Но единственное, что через тело все-таки чуть быстрее процессы идут. Потому что то, что мы прогрузили в тело, это уже встроилось в мозг как абсолютный вот вариант нормы. Все, это уже как рефлекс, автоматизм. Не знаю, мы смотрим все на лимон. Сейчас зрители представят себе лимон, и у всех сразу пошло слюноотделение. Вы с этим ничего не сделаете, это рефлекс. Напишите в комментариях, вот сейчас слово «лимон». Слюна выделяется или нет? Да. Вот. И когда на уровне вот такой истории мы работаем, то, конечно, встраивать какие-то новые необходимые человеку паттерны поведения, реакции, состояния гораздо проще. Отношения. Это моя любимая тема. Так. Я же сексолог. Все про отношения. Так. Вот как влияет психология и может помочь отношения сохранить, улучшить их качество, и как влияет форма тела, кинетика на отношения, с вашей точки зрения? Ну, во-первых, отношения строятся все равно на ощущении человека от самого себя. Это прекрасное, мое любимое тоже. Мне пишут, мой муж такой-такой-такой-такой-такой. Как мне его поменять? Никак. По гарантии. Ну, то есть вернусь к производителю максимум, что можно сделать. Что можно сделать? Значит, работать с собой. Да, потому что система мужчина-женщина, ну, давайте скажем, система муж и жена, партнерская система отношений, она единая система, это один организм. И как себя в этой системе ведут, да, участники этой системы, друг на друга влияет это в 100% случаев. Да? Соответственно, если ты хочешь поменять человека, ты начинаешь трансформацию внутреннюю свою. И тем самым трансформируется вся система. Другой вопрос, что тот человек, у него, например, запроса не было, но он понимает, что что-то с ним происходит. Это не всегда приятно и иногда не нужно людям. Но тогда, окей, тогда можно расходиться. Потому что здесь, как правило, когда ко мне приходят, например, в терапию и спрашивают, а я уйду от мужа? Я говорю, я не знаю. 30% реально расходятся. Почему? Потому что человек меняется,
прорабатывать свои травмы, прорабатывать свои убеждения, какие-то невротические состояния, из-за чего он зашел в эти отношения. Ну, например, потребность в родителе. И он ее удовлетворял через супруга или супругу. Когда он внутренне вырос, ему больше пап, мама не нужны. А там уже ни секса нет, ни притяжения, ничего нет. Как бы ты тут строй, не строй, кинетику силуэта не выстраивай, до свидания, потому что все это поменялось. А может стать фреш-старт вообще, потому что человек меняется, партнер меняется. Здесь вот как раз все это будет классно работать, потому что это новое. По сути, люди заново друг в друга влюбляются. Вот они стали другими, они внутренне выросли, им уже, их уже не надо там холить, лелеять, там, заботиться и так далее. Они смогут об этом все сами себе сделать. И дальше начинается новое знакомство. И вот здесь вот как раз-таки можно вдохнуть новую жизнь через формирование и силуэта, и определенных, да, как фигуры двигаются в пространстве друг относительно друга, насколько у них есть вот это вот физическое притяжение, да, насколько либидо там не убито еще и так далее. И это совсем другой уровень отношений. По сути, это вообще новые отношения. Вот. Но не бывает как раньше. Ну, то есть, либо человек меняется, и вы оба меняетесь, вы начинаете какие-то новые отношения, либо вы просто расходитесь, потому что изначально это было не про то. Это была какая-то травматическая история, которая закрывала какие-то внутренние темы, и все. Как начать отношения? Вот зашли в тупик, да? Оба чувствуют, что все это край. Как сделать так? Психологически, физиологически, кинетически. Как-то поработать с внутренними установками, чтобы отношения сохранились и начали проявлять новое. Вот конкретно что мы делаем и чего не делаем? Что мы делаем? Для начала мы садимся и честно говорим друг с другом, называя вещи своими именами, не прикрываясь никакими историями. К этому нужно быть готовым. Не все к этому готовы. Потом понять, а надо ли нам вообще что-то с этим делать? Хотим ли мы вообще что-то сделать? Сохранить мы вообще-то хотим? Или нас уже вот так все досталось, что нам проще разойтись и забыть друг про друга и жить дальше свою жизнь? И так тоже бывает. Это, ну, не хорошо, не плохо. Это разные варианты просто. И когда люди уже, например, решили, что окей, мы готовы, мы хотим сохранить, все-таки мы близкие друг к другу, все-таки где-то там любовь еще на заднем плане осталась, там, не знаю, есть общие дети, еще что-то. Ну, масса вариантов, почему люди не хотят расходиться. И тогда дальше начинается работа двоих людей. И кто-то идет в семейную терапию, кто-то идет на какие-то там, не знаю, те же, тот же спорт, например, тоже вариант, да, там, привести себя в порядок. Кто-то обращается за помощью поставить себе силуэт, да, чтобы восприятие поменялось, да, быть более привлекательным для мужчины и так далее. Это уже вопросы, которые люди решают в индивидуальном порядке, согласно тому, что им хочется вообще. Кстати, по поводу силуэта. Вот, предположим, есть дама, которая хочет, чтобы ее силуэт был лучше. Она занимается там сам амбассадором, занимается самостоятельно, как-то следит за этим. Силуэт стал лучше. Как на это реагирует психика? Так психика тоже здесь может выйти в какое-то состояние, да, более-менее стабильное. Но, опять же, тут надо смотреть, какая изначально у нее вводная история, что с ней вообще, что у нее в анамнезе. Потому что если там есть серьезный ПТСР в виде той же комплексной детской травмы, то, к сожалению, одной кинетики здесь будет мало, потому что это все равно, вот этот провал в травму будет ее скручивать. Да, она будет думать об этом, да, она будет пытаться себя менять, но из-за того, что вот эта травматическая ситуация составляет большая, да, то там это все будет временно. Вот. Поэтому, если, например, там ситуация серьезная, то все-таки пройти психотерапию. Если не все так плохо, и в целом человек с собой доволен, но где-то там забыл вообще, что, не знаю, декрет там или еще какие-то истории, что немножечко, да, вышло из того понимания, что я такая вся богиня, да, то вообще супер работает, потому что тело, опять же, дает вот это составляющее внутреннее. Здесь надо просто смотреть изначально на бэкграунд человека, что с ним происходило. Человек чувствует, что к нему относятся неуважительно, без необходимого такого вот отношения, которое, ну, которое он хочет. Да, заслуживает, там, работает, уважает себя, других, а вот его не уважают. Более того, относятся к нему как к жертве. То есть человек чувствует, что он либо уже осознал, что это жертва, да, в нем проявлена, либо он не понимает, почему к нему относится каждый раз вот так вот, как к жертве. Что делать? Ну, эту жертву из себя убирать, потому что люди считывают то, как
ну, по факту, как есть. Человек про себя очень сильно много находится в искажениях. Мы себя объективно никогда не оценим. Оценим мы себя только с позиции того, что нам, мы со стороны на себя посмотрим, например, тот же видеоанализ, да? Или нам какое-то мнение скажут, которое мы еще 25 раз захейтим, скажем, фигня какая, ты сейчас просто... Нам-то виднее. Да? А что мы понимаем под объективной обратной связью? А, ту же самую физику. Тело не врет никогда. Угу. Ну, никогда не врет, да? И если вы думаете, что есть такое одухотворенное, проработанное, но у вас куча хронических болячек, вы там не разгибаетесь и по больничкам постоянно катаетесь, вы, ну, нет, не проработанное, потому что это тело все выгружает. И пространство. Наш событийный ряд, наши отношения, что происходит в этом. И вот здесь вот всегда все четко. Потому что почему-то у одного сплошные мошенники, кидалово, все врут, все, не знаю, гнобят и что-то это, а у другого человека в том же пространстве вообще все по-другому. И здесь, не знаю, там премию выдали, и тут классно дети там поступили в вуз сами, еще что-то, да? Казалось бы, одни и те же условия. Как разные менять себя? Вот. Признать сначала в себе жертву, что действительно возможно, вот эти люди, которые так ко мне относятся, делают это в глобальном смысле с большой ко мне любви, мироздания, чтобы мне показать, что я вот в таком сейчас состоянии нахожусь, чтобы я это увидел наконец-то, достучаться. Вселенная такая тук-тук-тук, один раз по башке, второй раз по три. Когда уже... По какой части башки она стучит? Ну, она стучит, конечно. По лицу, по затылку, в висок сразу или в челюсть? Вот. А в зависимости от того, через какое время ты начинаешь слышать. Потому что сначала это небольшой такой пиночек такой. Mm-hmm. Типа, потыкнулся куда-то, что-то где-то там не это. Не усвоил урок, не понял, обвинил других. Сказал, это все они, я белый пушистый Д'Артаньян. Да, прошло время, потом фигак. Чем-то кто-то заболел, потом фига кто-то умер, угу. Потом ты заболел, да, то есть вот как бы, как я, мы не материмся, да, ну ладно, как я всегда говорю, что звездец, он наступает не просто так, это уже тогда, когда аргументов не осталось у мироздания, уже не знает, как себя вообще, ну так скажем, к жизни, да, привлечь, чтобы ты ожил и начал что-то в ней делать, наступает как какой-то трэш, например, мобилизацию в дом приходит, еще что-то, да, для того, чтобы просто человек наконец-то понял, что что-то, ну, что-то не так, я куда-то глобально зашел не туда, я как-то почему-то делаю не так, как вообще миру хочется, и если человек просыпается, я это называю точкой невозврата, если человек просыпается, всегда это всегда можно отмотать назад, нету ситуации, когда невозможно ее изменить, это только одна ситуация, это кладбище и гроб, вот там ничего реально нельзя изменить, если ты еще не там, изменить можно все, если ты этого хочешь. Это мое глубокое убеждение, и я вижу это в своих пациентах, я знаю это на собственной жизни и так далее, то есть если ты реально хочешь поменять, ты это можешь поменять. Вот. И дальше у кого что. Если до точки невозврата и достучались, все, человек меняет эту жизнь кардинально и выздоравливает с онкологией там, и так далее. Да? А у некоторых точка невозврата – кладбище. Так тоже бывает. Поэтому здесь только выбор самого человека, больше ничего. Что вы сказали себе, если вот так вот открыть окошко, да, и вы видите себя 20 лет назад? Вот вы говорите, девочка моя, что бы дальше было? Ты все делаешь правильно. Слушай себя так и дальше. Продолжай. Я не хотела бы оказаться в своих 20 лет снова. Нет, там классно. По уровню энергии, по уровню дерзости, по уровню там, восприятия. Но там еще настолько вот этой энергии много, что она абсолютно не систематизирована, она в каком-то хаосе, и она просто вот везде тратится, потому что ее какое-то колоссальное количество. Сейчас, конечно, в моей жизни много структуры, и, слава богу, я очень этому рада, я ее выстраивала и выстроила, и все так, как вот мне хочется. Но той девчонке я бы сказала, что всему свое время, пока кайфуй. У тебя есть на это все возможности. А потом до тебя дойдет, когда нужно. Но до меня лично дошло после смерти отца. Это болезненно. Да, после смерти отца я прям... Вот это была моя точка невозврата, когда прям вот максимально... Нет, у меня не было каких-то там прям сложных ситуаций до. Но вот тогда я прям реально поняла, что я взрослая. Мне было тогда 35 лет. 35 годочка такой, ляльчик. Вот. И после этого, когда я полностью эту ответственность на себя взяла,
все стало происходить вот именно так, как даже в самых смелых мечтах, сейчас мне 41, там, если те же 20 взять, то, как выглядит сейчас моя жизнь, я даже не думала, что она так может выглядеть тогда. Угу. То есть это настолько вообще, ну, то есть то, что я хотела, я достигла, но вот чтобы так, в таком, вот на таком уровне, в таком виде, то, как сейчас это все происходит, я даже не предположить не могла, что так можно. А сейчас я строю, ну, совсем другие планы и понимаю, что еще через 20 лет там 60-летняя тетенька будет сидеть, говорит, Анна Скалиевна. А вот открытое окно, вот эта 60-летняя как тетенька, она говорит сейчас, нынешняя. Она говорит, девочка моя. Девочка моя, ты все делаешь правильно. Ну, правда, правда. Моя глобальная мечта, чтобы психическое здоровье вышло на очень важный план на прям федеральном уровне. Чтобы у людей была возможность прорабатывать свои детские травмы по ОМС, чтобы они знали, что абсолютно любая жесть, которая в жизни происходит, не надо думать об этом потом десятилетиями, двадцатилетиями, годами, что можно прийти, это поработать, внедрить то, что ты хочешь, убедить внутреннее свое ощущение в том, что все классно и ты все можешь, и жить свою жизнь максимально так, как ты этого хочешь. Вот чтобы это было прям настолько распространено, не знаю, как сдать общий анализ крови, вот, плюс-минус. Поговорим о восприятии того, что мы делаем. Вот, что бы человек ни делал, всегда есть люди, которые говорят, слушай, потрясающе, просто умничка. И вот все, по градиенту идет, да, и на другой стороне. Ну, бред. Вот это самое любимое, да, бред какой-то, да, в комментариях. Что бы хотелось сейчас сказать людям, которые все знают, и то, что мы делаем, они вот прям вот негативят, обливают грязью. Вот хочется ли им что-то говорить, и что? Можно прям в камеру. Ну, во-первых, мы слышим вашу боль. Давайте так. Потому что человек, который прям активно хейтит чужой труд, это человек, которому невероятно больно. Сейчас по какой-то причине непонятной. Ну, своей, естественно. И мы эту боль видим, чувствуем, слышим. И я, честно, когда... Ну, у меня тоже бывает ситуация, когда я в ресурсе, не в ресурсе. Да? Если я в ресурсе, я искренне просто хочу человека обнять. Я прям так и пишу, я вас обнимаю. Потому что вот эта боль, которая кричит через хейтерский коммент, что это бред, что так нельзя, что вы это, что вы то, что пятое-десятое, говорят о том, что у человека настолько вот в его жизни плохо ему сейчас. Вот, потому что человек, который счастливый, который кайфует, которому все нравится, он максимум ну, лайкнет, либо мимо пройдет, ну, или напишет, ой, супер, классно, там, спасибо, да. Потому что он занят собой, своей жизнью. А у людей, у которых очень много проблем в жизни, они же не хотят туда смотреть. Они начинают смотреть по сторонам. Как соседка живет, как блогер живет, как страна другая живет и так далее. Потому что так проще. А чтобы пойти наводить порядок в собственной жизни, это надо признать, что там бардак. И признать, что ответственность за этот бардак лежит на мне, больше ни на ком. Это болезненно. Это путь героя. Это люди, которые идут в терапию. И это безмерное мое личное уважение к ним, потому что это, правда, неприятно. Но большинству проще посмотреть вокруг, сказать, фу, ты говно, ты толстая, ты старая, ты инфо-цыган, ты ничего не знаешь, ты ничего не умеешь. Это боль. Поэтому мы знаем про вашу боль, мы ее чувствуем. Это... То есть за вот этой маской хейта вы скрываете очень серьезные уязвимости и проблемы в своей жизни. Психотерапия вам в помощь, и на самом деле хейтеры самые преданные поклонники. И они, это тоже любовь, только немножко... Под другим градусом. Да, в другой области. Потому что человеку, которому все равно, вот ему правда все равно. Он тебя даже не знает, не замечает, а ему как-то вот... Если тебя сильно любят или сильно ненавидят, это все твоя фан-зона. Тогда поговорим о тех, кто говорят, слушай, ты просто красотка, ты правильно делаешь, иди... Вот поддерживать, что им хочется сказать? Вот от сердца просто благодарность большая. Потому что это очень важно чувствовать в людях вот эту обратную связь, когда ты понимаешь, что ты не в пустоту это делаешь.
Ну, ты как бы все равно это делаешь, потому что ты не можешь это не делать, да? Но мы же это делаем, потому что мы не можем не делать, правильно? Вот. То есть, когда, я не знаю, в старые добрые времена, там, один человек на вебинар пришел, ты все равно этот вебинар читаешь, потому что, ну, пришел же человек, да? Вот. И это огромная благодарность, когда люди делятся своими результатами. Я их не присваиваю себе, честно скажу. Я считаю, что моя заслуга как психотерапевта, она, ну, не стопроцентная. Да, 50% окей, я могу на себя взять, что я провела, я показала, я помогла, я дала технику, но менять жизнь, действовать, принимать решения – это все ответственность человека. Если он это делает, он реально получает результат. И когда мне пишут, Анна Скалиевна, родился ребенок, а девочка приходила, что там пятое или что ЭКО бесполезно было, а тут сама. Но была большая терапия. Мурашки, рассказываю, да. Мурашки. Вот. И она там со слезами счастья. И потом мне папа этой девочки пишет, там вот родили все. То что я могу сказать? Это счастье, что все так получается. Но это, не, конечно, не моя заслуга. Кто я такая, чтобы решать, кому рождаться, кому нет. Но то, что я помогаю, и люди за это благодарят, это очень большая мотивация двигаться. Что, ну, как бы, как такой маячок, что да, ты вправду все делаешь правильно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько для вас было важно или ценно, или наоборот, абсолютно неважно. И... Бред какой-то. Что вы считаете по вот этой тематике? Кинетика, психология, психотерапия. Терапия. И проявленность. Что проявлять в себе и чего не стоит проявлять. И спасибо, что приходите к нам. Пока.